честно говоря, вот уходящий год, ну, скорее всего, там для всех украинцев запомнился Майданом, как всегда, там одно из самых важных событий. Ну, вот у меня младшая пошла в этом году в садик, вроде как бы удачно, вроде как бы хорошо, ну, то есть там нормально, мы учимся, в группе поем гимн Украины, всех учим детишек гимн Украины.